Вы смотрите новости, меня зовут Сергей Бархатов. Здравствуйте. И вот о чем мы готовы рассказать сегодня. В Башкирии впервые проходит конференция российских терапевтов. Гора Эремиль глазами сотни башкирских и зарубежных авторов. Историю декабристов обсудили в формате дилетантских чтений. И возле Уфа-арены на полтора месяца ограничили движение транспорта. Почти половина россиян существенно пострадала от экономического кризиса 2014-2016 годов. Подробности у Аскара Басырова в обзоре мировых новостей. Здравствуйте, в студии Аскар Басыров, и это «Мировые новости». 47% наших сограждан оценивают свой ущерб от недавнего экономического кризиса как существенный или катастрофический. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные доклада социологического центра РАН «Российское общество» в 2017 году. «Социальное самочувствие, тревоги, надежды на будущее». Кризис – это когда тебе ничего не хочется. И тогда ты начинаешь хотеть чего-то хотеть. 40% россиян оценили нанесенный им кризисом ущерб как существенный, но не катастрофический. 39% назвали ущерб умеренным, а отказались себя считать пострадавшими от кризиса 14% населения. И еще 7% назвали ущерб катастрофическим. По итогам 2017 года доля жителей страны, оценивающих свое материальное положение как хорошо, снизилась до 28%. Половина респондентов вообще призналась, что кризис привел к ухудшение уровня жизни в целом. 40% были вынуждены отказаться от отпусков, а треть опрошенных заявила о падении доступности медицины. Ну и 37% опрошенных отметили ухудшение положения дел с зарплатой. Это не кризис, это... Тем не менее, многие россияне в социальных сетях над ситуацией только шутили. Мол, пережили 98-й год, пережили 2008-й, так чего ж бояться 2014-го. К тому же недавно власти бодро отрапортовали, что пик кризиса пройден и беспокоиться особо не о чем. Инфляция падает, экономика растет. В общем, жить стало легче, жить стало веселее. Главное, чтобы потом не наступило головокружение от успехов. Врачи со всей Башкирии съехались в Уфу. Они приняли участие в 38-й научно-практической конференции Российского научно-медицинского общества терапевтов. Двухдневная программа направлена на повышение квалификации действующих врачей-терапевтов. Перед медиками выступят лучшие терапевты Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и других крупнейших городов России. Помочь практическому врачу, в первую очередь врачу первичного звена, врачу участковому, семейному врачу, врачу общей практики в освоении самой новой информации. Информации очень много, потому что международные конференции, симпозиумы, конгрессы, наши российские научно-практические мероприятия, они утверждают большое количество клинических рекомендаций. Освоить большое количество документов по разным видам патологии не так просто. И я думаю, то, что врачи поучаствуют в этой конференции, они получат много интересной информации. Впервые местом проведения конференции выбрана наша республика. По словам Анатолия Мартынова, не случайно. Он отметил успешную работу терапевтического сообщества и сокращение дефицита кадров в регионе именно в этой области медицинского обслуживания. В Уфе вновь обсудили туристический бренд Башкирии. Уже известно, что основным цветом, скорее всего, станет зеленый. Это природное богатство, исламский туризм и добродушие. Такое предложение поступило от маркетологов, бизнесменов, блогеров и работников культуры. На очереди представители туристических компаний. Каким будущий бренд видят они, узнала Алина Таюпова. Туристический бренд должен привлекать людей, которые приезжают в нашу республику с разными целями, чтобы отдохнуть, попутешествовать, решить деловые вопросы или посетить различные мероприятия. Кто наш турист и чем его привлечь? Споров сегодня было немало. Одни считают, что туристов может завлечь природа Башкирии, и именно она должна быть в основе бренда. Другие говорят, что этим сейчас никого не удивить. Ну, два момента. Есть деловой туризм, и второе – это, наверное, все-таки наша природа. Если мы говорим про Урал, то это, на мой взгляд, гораздо более сильное позиционирование может быть. Позиционировать горы, ну, не только у нас горы. Позиционировать там водоемы, ну, покруче есть водоемы. У нас не тронутая природа, люди едут именно в Башкирию за этим. Должны пройти годы, чтобы бренд прижился и начал работать. Поэтому сегодня звучало предложение начать работу создания брендовых мест. Именно по такому пути пошел Татарстан. Все знают остров Грацвия.
Красноярск и древний город Болгары. Такие места могут появиться и у нас. Например, пещера Шульганташ или геопарк в Мечетлинском районе. Обратиться к истории призывали некоторые участники обсуждения. Мое предложение будет вернуться к сарматскому золоту, вернуться к тем корням, которые здесь были. И вот в этом искать эту уникальность. Тогда мы сразу всему миру становимся известными. У нас есть башкиры со своими обычаями, с лисьими хвостами, с его орнаментами, с его историей, культурой и все прочее. Сегодня туристу мало увидеть, ему нужно что-то увезти с собой. Лучший сувенир – мед. У этой идеи были как сторонники, так и противники. Визитная карточка, в первую очередь, это мед. И когда я передаю мед, то сразу говорят, ну понятно, это Башкирия. Бренд был когда-то, это жестяная банка, вот такая высокая, с медом, и на ней Салават Юлаев. Мед, но тут уже вообще даже обсуждать не стоит. У нас есть прекрасный музей имени Кузеева, в котором хранится сарматское золото. С точки зрения дизайна, извините меня, там, но у нас на сегодняшний день таких искусных умельцев не существует. Это не пчела, это не соты, это не еще что-то, что уже замылено, набило оскомину и не то, что узнаваемо, а вызывает определенное отторжение уже. Есть одна идея, которая появилась, в принципе, практически сразу, когда мы начали работать. Все то, о чем здесь говорилось и говорилось на другом круглом столе, оно прямо туда хорошо укладывается. И говорить рано, во-вторых, концепция может поменяться. Сегодня у многих регионов России есть бренды. В основе – особенности региона и то, зачем можно приехать и на что посмотреть. Например, оригами – это бренд города Краснокамска, который окружен лесами и производит бумагу. У Астраханской области – это волны. У города Клин, в котором жил Чайковский – звуковая диаграмма. А в бренде Ижевска можно найти рожок автомата Калашникова. Есть бренд и у Стерлитамака – три горы, три реки, три района, три гуси на гербе. Число три легло в основу идеи. Бренд города – треугольник. Сказать, что вот прямо успешных проектов по территориальному брендингу в России не можем. Есть интересный проект у Татарстана, да, который недавно сделан. Есть интересный проект у Мурманска. Каким будет туристический бренд республики, пока решают специалисты из разных областей. Ближе к весне, когда появится визуальное воплощение брендов, их представят жителям Башкортостана. Алина Таюпова, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. 470 тысяч рублей пришлось заплатить за нарушение экологического законодательства. На такую сумму природоохранная прокуратура оштрафовала три асфальтобетонных завода в Уфимском районе. Ведомство организовало проверку из-за жалоб жителей. Сейчас нарушения устранены, трое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Природоохранная прокуратура установила, что предприятия, которые эксплуатируют асфальтобетонные установки, грубо нарушали экологическое законодательство. Коммерсанты не поставили на госучет объект, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду и не разработали проекты санитарно-защитных зон. А у одного из предприятий не было документов на газоочистные установки. Напомним, не так давно жители Уфы жаловались на химический запах городского воздуха. В Министерстве экологии это объяснили повышенной концентрацией пыли, которая скопилась из-за отсутствия ветра. А также заверили, что она не представляет опасности для здоровья. Кем были декабристы и почему променяли роскошные дворцы на сибирскую каторгу? В Уфе начался проект «Дилетантские чтения». Первую лекцию провел учитель истории и ведущий радио «Эхо Москвы» Алексей Кузнецов. Чем опасны мифы и нужно ли переписывать историю? Тему продолжит Алина Гребешкова. Революционеры, рыцари без страха и упрека или заговорщики и агенты западных стран. Три мифа о декабристах решил разрушить историк Алексей Кузнецов. Но предупреждает, трактовки не будет. Его задача спровоцировать слушателей, чтобы они попытались понять декабристов. Словом декабрист мы объединяем и покрытого ранами генерала 12-го года, и мальчишку 18-летнего Корнета, да? Трудно понять логику, мотивы поступков людей все-таки другой эпохи, другого социального слоя. Но можно попытаться. По крайней мере, это интересная задача. Это первые дилетантские чтения в Уфе. Проект посетил уже многие города. Семинары проводит журнал «Дилетант» и радио «Эхо Москвы». Для того, чтобы историки, авторы публикаций, не только историки, но и писатели, следователи, которые вели какие-то очень резонансные дела, приходили на такие встречи и рассказывали о своих исследованиях, о своей работе. Надо сказать, что это, в общем, пользуется успехом, потому что историей у нас в России очень интересно.
интересуются. Узнать о декабристах в парк «Россия. Моя история» пришли слушатели разных возрастов. Они еще школьницы, говорит, учебной программы не хватает. Школьная программа, это и школьная программа, говорят только то, что нужно, а на лекциях ты можешь узнать то, что, например, в учебниках как-то размывается. Я ожидаю что-то интересное действительно сегодня, что-то, о чем я не знала. Такая лекция, тем более дилетанты, я себя к ним отношу. Поэтому решил немножко побольше узнать о них. Дилетантом себя называет и Алексей Кузнецов. Он работает учителем истории уже 30 лет. Говорит, главное – это не врать школьникам. Отношение к событиям постоянно меняется. Историю можно и нужно переписывать. Вот это выражение «переписывание истории» базируется на глупой, воспитанной тоталитарным режимом представлении, что есть правильная история, одна, и есть неправильная. Вот когда мне говорят, зачем вы переписываете историю? Я говорю, а покажите мне ту, которая написана. Любой человек, он жизнь свою пересматривает. Умный человек в течение жизни свою жизнь пересматривает. Вот и умный народ пересматривает свою историю. Дилетантские чтения в Уфе продолжатся. В них примут участие известные писатели, а также теле- и радиоведущие, которые вместе со слушателями погрузятся в водоворот истории. Алина Гребешкова, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ. Несмотря на то, что год экологии подходит к концу, в Уфе продолжают привлекать внимание общественности к вопросам сохранения природных объектов. Ежегодно десятки тысяч туристов посещают природные парки Башкирии. Многие из них вооружены фотокамерами. Лучшие работы попали на фотовыставку «Иремель. Территория здоровья 2017». Я 84 раза был на вершине. Каждый раз Иремель новый, каждый раз он интересный. Фотоаппарат у меня простенький, маленькая мельница Sony. Там удивительная просто природа. Сейчас зима, и вот особенно после снегопадов, после пурги, солнышко если выглядывает. Ну, все сказочный, просто сказочный мир абсолютно. В прошлом году одноименная фотовыставка получила хорошие отзывы и было решено ее продолжить. 2017-й собрал более 100 работ башкирских и зарубежных авторов. Я пенсионер, фотографией занимаюсь 15 лет. Вот эта фотография, это Шихан Тратал. Вот там две скалы, торчащие, как у верблюда, два горба торчат. Это по дороге между Старлитамаком и Ишимбаем. Вот спустился пониже и увидел вот это, внизу туман. Ну, красивый снимок получился, редкий. Никто не узнает, что это Шихан. Фотографы за красивым видом ездят в Норвегию, в другие страны. Нам хотя бы по Башкирии все облазить, красивые места. А мы продолжаем рассказывать про участников проекта «Любимые художники Башкирии». Салават Гелизидинов работает в разных техниках, но предпочитает конгрев и простой карандаш. Об искусстве, сказках и великой степи в нашем следующем сюжете. Степные травы, камни и земля. Мягкий монохром передает атмосферу древности, будто эти работы нашли на раскопках. Почти 20 лет Салават Гелизидинов создает рельефные картины. И секрет в том, что это бумажное тиснение, а техника называется конгрев. Специальный клей делает работы прочными и устойчивыми к влаге. В процессе творческого куража для создания очертаний художник использует нестандартные методы. Применяю разные, там, допустим, материалы, чтобы получить некий такой рельеф, да, он может быть и линолеум, но все, что оставляет след, сетки могут быть, пластилин может быть, вот вплоть до, скажем, до рукояток, молотков. Рисовать Салават Гелизидинов начал в детстве. На него повлияли сказки народов мира и, конечно, башкирские. А затем труды Льва Гумилева и Владимира Соловьева. Так сформировалась главная тема творчества – «Великая степь. История кочевников». Тема «Семи девушек» – одна из любимых. Преданно своей земле, своей родине, да, что-то они выбрали смерть, чтобы только вот не остаться в чужбине. Это же показатель духа такого народа, да, его души. Ну, а то же самое. Семь девушек от нас смотрят, другие встречаются, общаются. Вот это как круговорот, как вечность движения. Салават Гелизидинов считает, что техника художника со временем меняется, как и сам человек. Поэтому постоянно экспериментирует. А это уже серия работ, выполненная простым карандашом. Художник на одном дыхании создал 20 картин, в которых рассказал о детстве и народе. Вот не отрываясь, карандаш прорисовал 7-8-10 часов, вот фактически, да, поймал вот этот момент.
я должен его так вот довести. Истинное предназначение Сават Гильзидинов осознал относительно поздно. 26 лет твердо решил, станет художником. К тому времени уже закончил училище искусства и пытался поступить в вузы страны, но тщетно. Позднее уже закончил факультет живописи Уфимского института искусств. А нашел себя в графике. Вот я воспринимаю это так. Значит, по судьбе я должен быть художником. Учиться я должен был в Уфе. И жить вот в Башкирии, и работать. Салават Гильзидинов считает, что потенциал башкирской культуры не оценен по достоинству. И стремится показать самобытность, обращаясь к эпосам, песням и преданиям. Сегодня Россия живет без художников, огорчается Салават Гильзидинов. А место искусства занимает шоу-бизнес. Не нужно народу давать то, что ему понятно. Народу также ставить нужно такие же задачи, как художник сам себе ставить. Надо менять сознание, менять психологию, менять вкус. То есть делать общество все же лучше и лучше. Напомню, что проголосовать за любимого художника можно до 1 января на сайте artrb.ru. Мы тоже готовы заявить о себе на российском уровне. Наша редакция создает не только городской телеканал ЮТВ и портал ютв.ру, но и первый в России телеканал в революционном формате 4К. Сейчас он также принимает участие в народном голосовании премии «Большая цифра». Для того, чтобы отдать свой голос за Home 4K, нужно зайти на сайт, его адрес вы видите на экране, зарегистрироваться и в разделе «Телеканал по интересам. Живая природа» выбрать Home 4K. Нам важно ваше мнение и каждый голос. Присоединяйтесь. Кто-то сейчас покупает елку, а кто-то фейерверки. Но многие забывают, что неправильный их выбор и применение может привести к травмам и стать причиной пожара. Специалисты МЧС вышли в традиционный предновогодний рейд по точкам продажи пиротехнических изделий. Хотелось особое внимание обратить на то, чтобы при покупке гражданами пиротехнических изделий особое внимание уделяли сертифицированной продукции. Не надо покупать на каких-то стихийных рынках, лучше покупать в специализированных магазинах. Любой человек может попросить сертификат на продукцию. Зачастую продают детям, чтобы родители тоже особое внимание уделили тому, какие используют дети пиротехнические изделия. Согласно постановлению, реализация лицам, не достигшим 16-летнего возраста, запрещена. Также, чтобы использовали строго согласно инструкции. Пиротехнические изделия запрещается использовать в любых помещениях, также запускать петарды, хлопушки с балконов, козырьков, крыш домов. Добавим, что за последние 3 года в республике произошло 2 пожара из-за неправильного использования пиротехнических изделий. Но несмотря на такую статистику, по словам специалистов, такие несчастные случаи имеют серьезные последствия. В этом году, 6 декабря, в селе Аскино от взрыва петарды в руках тяжелую травму глаз получил 9-летний мальчик. Возле Уфа-арены на 1,5 месяца ограничили движение. Межквартальный проезд до 31 января закрыт на участке улиц Сурюпа и Якутова. Причина таких мер – появление ледового города. Будьте внимательны. А в среду на дорогах Башкирии зарегистрировано 9 аварий. 2 человека погибло и 8 получили травмы. Подробности в обзоре дорожных новостей. В Учалах 38-летний местный житель за рулем УАЗ-фермер сбил 74-летнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пенсионер скончался. Вечером в столице республики на Демском шоссе 28-летний уфимец за рулем ВАЗ-2110 сбил 59-летнего дорожного рабочего. В результате аварии мужчина скончался до приезда скорой помощи. Стоит отметить, что на данном участке отсутствует освещение проезжей части. Нелепое ДТП произошло в Уфе. Водитель темного седана явно забыл убедиться в безопасности маневра, за что и поплатился. Но и второй участник имел возможность избежать аварии. В социальных сетях уже неоднократно выкладывали материалы с пешеходами, которые игнорируют правила безопасности. У нас уже есть рубрика «Автохам». Теперь мы решили создать отдельную рубрику для нерадивых пешеходов. Присылайте свои варианты ее названия в наши группы в социальных сетях и в WhatsApp по номеру 8-917-44-22-102. А затем, что происходит на дорогах города в режиме онлайн, вы всегда можете проследить на сайте maps.ufanet.ru. И в завершении выпуска напомню, сюжеты наших корреспондентов, а также много другой полезной и интересной информации вы всегда найдете на нашем сайте utv.ru. Номер для связи в WhatsApp или Telegram – плюс 7-987-046-54-54. И о погоде. По данным Яндекс.Погода, 15 декабря в Уфе ночью минус 10, утром 11 мороза, днем около 9 градусов и к вечеру 8 ниже нуля. Осадков не ожидается, в течение дня будет облачно с прояснениями. Всего доброго. И до свидания.